Рабочая группа проекта партии «Единая Россия. Здоровое питание» посетила все дошкольные учреждения города и выяснила, как в них организовано питание. Наша съемочная группа приняла участие в рейдах в детских садах «Дюймовочка» и «Золушка». Результаты в сюжете Эльвиры Валиахметовой. В «Дюймовочке», как и в других садах, с воспитанниками и их родителями ведется планомерная работа по организации питания детей. Но насколько она налажена, этим в первую очередь интересуются общественники. Ведь «Дюймовочка» – единственное дошкольное учреждение в городе, где малыши принимают с первого года жизни. Специфика меню для детей данного возраста особенная. Вся пища должна быть мягкая, перетертая, для того, чтобы они могли полноценно питаться в связи с тем, что не все зубы у них еще выросли. И тем не менее, питание должно быть сбалансированным и полностью соответствовать суточной потребности ребенка в калориях. В пищеблоке работают повара с большим стажем. Все блюда готовятся согласно технологической карте. В этом убеждается и рабочая группа. Меню для воспитанников корректируется в зависимости от времени года. С целью профилактики ОРВИ, гриппа, включаем мы в меню вот этот луковый сок, на него есть технологическая карта, ну, чередуется луковый сок, иногда даем чеснок порциями на обед. Как и в каких условиях хранится продукция, это активисты выясняют в ходе рейда по складским помещениям. Также проверяется холодильное оборудование, обращает внимание рабочая группа на чистоту и оснащенность пищеблока. Перед каждым визитом активисты ставят перед собой главную задачу – поиск совместных решений для улучшения организации питания детей. На очереди детсад «Золушка». И здесь общественники проявляют максимальную бдительность. Вот в этом мешке, вот как часто у вас происходит перебор вот этих продуктов, допустим, картошки, морковки? Морковку мы перебираем все, но картошки всегда поступают хорошие. И это если мы видим, что плохое, то мы перебираем. Если рабочая группа и выявляет замечания, то они незначительные. Сотрудники пищеблока сразу получают рекомендации и своевременно все устраняют. Организацию питания в детских садах обсудили на заседании, которое прошло в управлении образования. Руководитель рабочей группы проекта «Здоровое питание» Сания Табукова рассказала о ходе визита в дошкольные учреждения и о конкурсе «Лучший детский сад по организации питания». Он пройдет в два этапа, и только два победителя представят Муравленко на уровне округа. Итоги будут подведены в конце мая. Эльвира Валиахметова, Владислав Дроботов, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ».